Сегодня в игровой комнате, потому что пришли отмечать день рождения у Вари, да, у двоюродной сестры Алисы и Егора. Варя, помаши ручкой. Да? Сегодня мы будем. Да, сегодня мы будем веселиться и отдыхать. Да, и развлекаться. К Варе придут много гостей. Ну вот, уже дети веселятся. Да? Это вот именинница наша Варя. Да? Варя, помаши Варя ручкой. Ручкой помаши. Сколько тебе лет сегодня исполнилось? 5. Молодец. А вот наши Егор и Алиса играются уже. Ну ладно. Вот Алиса наша в комнате в игровой играет, да? Куда Алиса полезла? Ну вылазь сюда. В бассейн с шариками вылазь. А, ты будешь с горки кататься, да? Сейчас Алиса вот у нас отсюда будет скатываться. Давай, давай, с горки скатывайся, мы посмотрим. Посмотри, давай, с горки скатывайся, мы посмотрим, как ты будешь с горки кататься. Алиса. Вот и Варя бежит. И Алиса наша в бассейне с шариками, да? Куда Алиса побежала? А, Алиса у нас оседлала коровку резиновую и свалилась сразу. О, поскакала. Алиса, куда скачешь? Куда Алиса поскакала? Опа, и упала. Куда Алиса скачет? Алиса, авария! Алиса свалилась с коровки. Да? Это не осел, это коровка. Нет, осел. Осел? А как осел кричит? И-а, и-а, да? Да. Что-то какой-то осел больной, наверное. Падает и падает. Да, Алиса? О! Егор бегает тут. И Алиса оседлала вновь своего ослика и поскакала. А, Алиса, куда поскакала? Так, Алиса нашла домик. Ой, сколько шариков там в домике, да? Алиса, сколько там шариков? Разных. Ой, сколько шариков там в домике, да? А теперь давай складывай их обратно туда, шарики, Алиса. Не хочешь? А что ты будешь делать? Ты в домике будешь? Тук-тук-тук! Кто в домике живет? Откройте нам. Кто в домике живет? Алиса там, да? Алиса кому-то звонить собралась, да? Алиса в домике тут спряталась. Ну-ка позвони кому-нибудь. Это домофон, наверное, да? К тебе гости пришли стучаться. Слышишь? Гости к тебе пришли стучаться. Открывай домофон. И дверь открывай. Встречай гостей. Встречай гостей. Так. А двери будешь там открывать, Алиса? Мы к тебе в гости пришли. Двери открывай. А что это у тебя там? Планшет. Компьютер какой-то, да? Розовый? Да, но он не на. Ну, здорово. Ты нас в гости-то это пусть запустишь, Алиса? Алиса? Алиса вот у нас с домика вышла, да? Мы здесь Алису поймали, да?
Во, какой Алиса там себе планшет поставила. Сейчас будет играться, да, Алиса? А где включалка? Не знаю, где включалка. Иди! Выходи из домика, иди к другим деткам поиграй. Помаши нам ручкой. Привет, привет. Ну ладно, все, пока-пока. Алиса закрывается, и мы уходим тогда. Поэтому нужно мячик поймать свое имя, громко назвать и мне обратно бросить. Договорились? Так, ну руки выставляйте скорее вперед, ручки выставляйте. Итак, раз, два, три, мячик лови. Ой, Варя поймала. Давай, называй громко свое имя, чтобы все-все-все слышали. Мое имя Степанова Варя. Молодец, бросай. Поймала! Ничего себе! Свинка Пеппа, супер ловец мячика! Раз, а твои руки где? Ну, ты не поймаешь, готов? Раз, два, три, лови! Как тебя зовут? Егор! Ничего себе! Ого! Надо ловить! Ава, как тебя зовут? Дима! Ой! Ты чего? Я еле поймала! Моё запуталось. Готова? Лови скорей. Опа! Молодец. Как тебя зовут? Алиса. Алиса. Ой, поймала. Молодцы. Ну что, теперь мы все лучики. Варя, какой тебе лучик больше всего нравится? Оранжевый. Давайте все возьмемся за оранжевый лучик. Давайте найдем оранжевый лучик. Дим, бери за оранжевый лучик. Вот так. Ну что, сейчас я проверю, какие вы сильные. Мы сейчас будем на моем веселом зонтике летать. Вот так, быстро. О, Дима упал. Видите, нужно крепко держаться. Будем сильно летать. Но когда я скажу дождик, нужно будет спрятаться. Вот так вот зонтик. Все спрятали. Вот так, так, чтобы и попы, и пятки, все было спрятано, чтобы вас дождик не замочил. Ну все, вылезайте, пока дождика нет. Вылезайте скорее. Все, хватайтесь, Алисенька, бери скорее за краешки. Все, готовы? Полетели, полетели. Ой, Алиса упала. Алиса, Сонечка, выпала, подождите, прицепилась. Прячемся, а дождик идет. Капает, кап-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 кап. Ой, кап-кап-кап, дождик. Ой, дождик пролил, но никого не замочил. Все успели спрятаться, но вылезайте. Ой, ты чего, Егор? Давайте еще за краешки хватайтесь. Полетели. Ой, Дима упал. Диму держите! Упал Дима! Ой-ой-ой! Полетели! Дождик, прячемся! Прячемся! А боже, сейчас! Дождик замочит! Ой-ой-ой! Дождик! Лей-лей-лей! Ой, кому-то сейчас будет пяточки дождик мочить! Ой, никому не замочил пяточки! Все пяточки спрятали! Попки будут сейчас мочить. Ну-ка, попы спрятали все. Все, дождик полил, никого не замочил. Полетели еще. Конечно, все. Ну-ка, поднимется так вот. Опа! Подождите. Какие хитрые. Возвращайтесь. Радуга поднимется. Нужно быстро-быстро пробежать, чтобы вас радуга не поймала. Но самое главное, мне очень важно знать. Вы до трех уже научились считать. Я до миллиона. Нет, до миллиона я умею. До трех умеете? Да. Сейчас я хочу проверить, какие вы внимательные. Когда я скажу раз, два, три, только тогда можно бежать. А если я цифру три не назову, нужно в своих домиках стоять. Договорились? Будьте внимательны, а я вас буду немножко обманывать. Так что ждите циферку 3. Раз, два, колбаса! Ой, попалась Алиса! Ты чего, Дима? Ты колбаса, что ли, знаешь? Алиса, иди сюда к нам! Пойдем еще разочек побежим. Ну, готовы? Будьте внимательными. Раз, два, морковка! Вы куда? Разве цифра 3 это морковка?
вертишься. Раз, два, вермишелька. Раз, два, тараканчик. Раз, два, трактор. Видимо. Раз, два, тёрка. Раз, два, три, загуска. Егорка попался. Раз, два, три. Мы чего, никого не поймали, что ли? Ну вы даете, подожди. А сейчас глазки все закрыли. Глаза закрыли, никто не подглядывает. Никто, никто, крепко закрыли. Ну что, а сейчас будем бежать, когда я скажу цифру 5. Договорились? Все, открывайте глазки. Раз, два, три, четыре, пять. Побежали, 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 побежали. Побежали, ой, ловлю, ловлю, ловлю. Поймала, ой, я Алису поймала. Алиса. Алиса. Ты зачем бьешь Алису? Это Алиса. Подожди, идите сюда. Это кто попался-то? Я. А, это у кого-то пузико отвалилось. Нет, у кого? Какой? Нет, это у кого-то попа отпала. Ну-ка, попы свои потрогали, у всех на месте. Да. Варя, иди сюда, посмотри, что это такое. Это шарик. Потрогай. Это шарик. Так, если это шарик, если на него сесть, он лопнет. Да. Ну-ка, давай, Алиса, попробуй, садись. Ой, сам, а, Алиса вот это, давай, давай. Ой, не получается так. Может быть, у Вари получится. Вари, иди сюда. Ой, это же не шарик, он бы лопнул давно. Может быть, у Димы получится. Пойдем, Дима, давай, давай. Я, Егорка, ну на тебя одна надежда. Ой. Ну что, а теперь мы так же, как шарик, спрячемся. Давайте скорее на места, вставайте скорее. Еще разочек, ладно, места. Сейчас мы, как шарик, тоже спрячемся. Давайте. Готовы? Раз, два, три. Побежали, прячемся. Прячемся. Они спрятались. Забегайте скорее. Девчонки, забегайте. Давайте еще раз попробуем. В домике забегайте. Сейчас мы будем прятаться вот так. Раз, два, три. И спрятались вот так. Привет, спрятались все, ну молодцы, давайте вас похлопаем. Ну все, под радугой весело побегали, поскакали. Вот из этого мы сейчас возьмем все воздушные шарики, какие только найдем. Мы сюда на радугу принесем и сделаем салют. Алиса, Варя, побежали, несите шарики скорее. Несите, несите шарики. Сейчас будет домой. Давай салютик будем делать для нашей именинницы. Розовый. Да. Ой, пофиг, давай, неси скорее. Ой-ой-ой. Несите, несите. Ничего себе. Дим, там уже не надо. Нам тут хватит, смотри, сколько много. Ну что, видели свои лучики оранжевые? Да, настали к оранжевым лучикам. Алисенька, хватайся. Сейчас волшебное заклинание произнесем. Раз, два, три, салют, летит, подбросим. Договорились? Готовы? Раз, два, три, салют, летит. Ой-ой-ой, ура! Ну, у нас салют не очень высоко улетел. Давайте еще разок попробуем. Давайте. Давайте разделим. Сначала красиво. Летите еще. А у моего холки такого сильного летит. Правда? Здорово. Ну, а я видела салют. Видела салют. А мы сейчас сами салют делаем. Еще лучше. Чтобы салют до самого... До самого потолка улетел. Да, Варя, ты только крепче держись, ладно, и к потолку подбрасывай. Итак, раз, два, три, салют. Полети! Ура! Ура, ура, ура! Ой, улетел, молодцы! Ну что, радугу волшебную еще разделим и сядем на нее, потому что я хочу вам подарить подарки. Вы любите подарки? Все любят. Ну, давайте тогда. Кто любит подарки, тот ручки вперед. Вытягивайте ладошками вверх. Глазки закрывайте. Не подглядывайте. Так, вот так вот.
не подглядывайте. А еще язычок длинный. Ух ты, какие лопатки. А сможете с высунутым язычком громко кричать? Подарки, подарки. Буду вам сейчас корить вкусный шоколад. И держи тебе, держи тебе, держи тебе, держи тебе, открывайте глазки. А что это такое? Это карандаши. Карандаши? Ух ты! А, я знаю, это карандаши. И вы можете этими карандашами дома с миром не доставать. Можно дома радугу нарисовать, правда? А сейчас давайте мамочкам карандашики отдадим, папочкам. И чтобы не потом, когда домой пойдем, чтобы не забыть их домой забрать, договорились? Смотрите, ребята, сколько тут угощений, настоящий день рождения. Давайте, кому нравится какая печенька, берите себе печеньку в тарелочку. Печеньку вкусную. Держи, так, Егорка, давай, подай. Ручки чистые, подавай. Давай, так, а мы стол сейчас откроем, да? Открыть тебе стол. Сейчас все покушают. Ой, стаканчики чего-то падают и падают. Ух, веселые стаканчики. Молодец! Слушайте дальше. Живет спокойно, не спешит. На всякий случай носит щит. Под ним, не зная страха, гуляет. Кто? Собака. Собака под щитом? Не, погодите. Живет спокойно, не спешит. Точно, на всякий случай носит щит. Под ним, не зная страха, гуляет черепаха. Давайте, слушайте внимательно. О, я еще загадка. Сидя в луже со своей громко квакал. Лягушка. Лягушка? Или подушка? Нет, лягушка. Я квакала, не квакала. Слушай, любит по ветвям носиться, конечно, рыжая. Лисица. Лисица по ветвям носится. Но вы насмешили меня. А кто по ветвям носится? Белка. Белка, конечно же. Так. А, вот самая легкая загадка. Простой вопрос для малышей. Кого боится кот? Собаки. Собак, молодец. Вот, сложные загадки. Можете разгадать? Да. На дорогах стало суши, не промокнут наши уши. Вы что, в шаре ходите, что ли, по дорогам? Ну вы даете. А как вы на них резиновые сапожки одеваете? На уши? Да, ну да, вы даете. Вот так на голову, а потом так на уши. А потом вы так по дорогам ходите? Но вы смешные. Слушайте, холоднющее местечко в нашем доме это... Печка. У вас печка холодная, что ли? Речка. У тебя дома речка бежит? Ничего себе. А какой у нас дома самое холодное местечко? Болгарье. Там тоже холодно в нем. А где у нас всегда? Конечно, в холодильнике. О, я еще знаю. И в Воронеже, и в Туле любят дети спать на... стуле. На стуле. А ты на каком стуле дома спишь? На кровати. Да ладно, дети, думаешь, на стульях спят? Да. Нет. День рождения на носу, испекли мы... Колбасу, точно, и туда свечки еще поставим, будем покупать. Торт, конечно же. Ой, чуть про торт не забыли. Побежали скорее ягодки собирать вон туда. Ой, в лес горит, побежали. Мальчишки будут в нас бросаться морковками, а мы будем бросаться в них ягодками. А кто больше всех ягодок и морковок перебросит?
просит, у кого меньше всего. Нет, мы сейчас будем вот так мальчишек бросаться ягодками, а мальчишки в нас морковками. А у кого останется меньше ягодок и морковок, тот победит. Так, взяли, набрали полные руки ягодок и морковок. Итак, раз, два, три, огонь! Не подглядывайте. Вот так. Держите вверх. Ой, открывайте глаза. Смотрите, это для вас. Такие красивые раскраски. Смотрите, ребята, у вас же карандашики волшебные уже есть? Да. Давайте вы дома своими волшебными карандашами раскрасите эти раскраски, а потом мне покажете. Ой, а у меня еще и для парня нашего книжка есть. Очень для какого? А вот для самого большого, который в гости к Варе пришел. Держи скорее. Спасибо. Ну, побежали скорее свои раскраски мамочкам отдавайте и назад цветы возвращаем. В этой книге, если я захочу, могут исчезать картинки, представляете? Могут исчезать, могут появляться. Вот смотрите. Сейчас я сделаю так, чтобы в этой книге не было ни одной картинки. Крабли, крабли, бумс. Видите? Нет ни одной картинки в книжке. А сейчас я сделаю так, чтобы в книжке появились черно-белые картинки. Давайте вместе колдовать. Ну-ка, ручки волшебник. Крабли, крабли, бум. Еще разок. Крабли, крабли, бум. И еще разочек. Крабли, крабли, бум. Ну, посмотрим, получилось или нет. Ну, давай. Появились картинки! Не, я так не играю. Мне черно-белые не нравятся картинки. А давайте наколдуем, чтобы они были цветные. Давайте. Ну-ка, давайте руки волшебник приготовили. Крабли, крабли, бум. Крабли, крабли, бум. Крабли, крабли, бум. Подули на нее сильно, 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 сильно. Ой, все, молодцы. Готовы? Да. Ура! Смотрите, картинки стали разноцветными. Ну вы молодцы. А теперь делаю, чтобы снова исчезли. Хотите? Сейчас. Крабли, 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 крабли. Бум. Как-как? Снова исчезли. Как-как? Вот так, потому что я волшебница. Представляете, давайте мне похлопать. А теперь себе похлопаем. Еще громче. Молодцы. А вы знаете еще что? У меня в моем волшебном сундуке есть волшебные краски. И я могу вас превратить во всяких зверюшек. Хотите превратиться? Я могу вам... Меня в льва. Львом или тигром? Волком. Волком? Серозубастым, что ли? Здорово.
А вот ты кем будешь, Варенька? Белочкой. Белочкой или бабочкой, или кисонькой? Белочка, а Алиса кем будет? Киска. Киска. А Егорка кем будет? Тигром, пантерой или львом. Ну тогда ты подумай, потому что первая у нас будет превращаться в Варя, вторая Алиса, потом Дима, а потом Егорка. Договорились? Пока я пошла за своими красками волшебными, превращаю Варю, вы все можете поиграть в игре. А может быть просто чем-то подавилась? Морковкой, или ягодкой. Так, пониже, я же тебе ушки сейчас буду накручивать. Давай, да? У девочки какие ушки? Ушки? Они правильно. А девочки они где? В лесу. И жарят колбасу, да? Нет? Нет, они жарят котлеты. Котлеты? Ох ты! И таскают друг у друга конфеты, да? Вот же не это. Они едят орешки голые. Да! Да, они едят орешки. Голые орешки, конечно же. Ну-ка, Дима, ты... Алиса у нас залезла в бассейн с шариками. И еще залез Дима в бассейн с шариками. Он боялся, да, он же не знал, что ты на него хочешь просто посмотреть, да? Алиса, ты где? Я буду леопардом. Егор будет леопардом? Да. Да? Я думал между пантерой, тигрой, львом и леопардом. Вот он будет. Леопардом. Ну хорошо. Ладно, договорились. А киски квакают или хрюкают? Мяукают. Мяукают, точно. А ты мяукать умеешь? Да. А как киски мяукают? Ой, настоящая киска. Да. Киски еще нужно мяукать. Я, наверное, будет звать киска сосиска. Да, нет, что ли? А как? Так, наверное, киска ириска. Киска конфетка? Киска котлетка. Тоже нет. Ну что такое? Ну какое же тебе имя-то придумать? Она кисулька-веселюлька. Смеется. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А, киска-хохотушка. Жареная подружка. Нет, а кто, а? Белка Варя, помоги нам имя придумать киске. Я говорю, чтобы она была сосиской, а она смеется. Киски же, они любят сосиски. Да? Это сосиски. А Алиса что любит кушать? Яблоки. Яблоки? О, значит, ты будешь киска яблоко. Будешь киска яблоко? Назовем ее Маша. Маша? Я видела мультик такой. Киска Маша? Киска Маша в манная каша, да? Нет. Постамаша. Постамаша. Ой, дружище, ну посмотрел, прям такой молодец. Это да, точно, розовая кошечка с розовым носиком. А разве такие бывают? Конечно, волшебные такиски, конечно. Или лысые. Лысые? Зачем нам лысая кошка? Не нужна нам лысая кошка. Не узнаешь, что ли? По
Конечно, нет, это же теперь стой, не Варя, это же Кришенька. Нет, младше начинаем. Стой, да, я скажу. Может, Перца тоже ему этому. То есть, а лабиринт? Лабиринт это. Мы сейчас смотрим. Интересно? 5, 7, 8, 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 8
Какие стылые колобки. Еще не опрячусь. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Стоп! Дима! Ну все, Дима, пойдем превращаться. Смотри на себя скорее. Дима, пойдем с тобой превращаться. Волка. Вот, да. Ой, какие две белочка и кис. Добрым будешь или хищным? Хищным. С клыками. Закручивайся. Я быстро. Он сейчас будет друг твой, сейчас мы его должны будем делать. Ладно, как тут леопарда. Это у нас еще оранжевый. А ты кто такой? Волк. Волк? Ой, я боюсь волков. Или ты добрый волк? Добрый. Добрый, ну ладно. Добрых волков не боюсь. А ты кто? Белочка? А он леопард. А он леопард? А ты кто? Киска. А, ты киска кисуля. Да. Вот у нас сколько животных собралось. Да, у него вон такой глаза. Киска? Как киска разговаривает? Мяу-мяу. Чего вы будете? У нас-то все дружно живут. И леопарды, и волки. Маленько осталось брови. Поворачивайся. Помогает белочка. Ой, там волк уже зубастый на белочку, что ли, напал. Смотри на себя. И скорее на него. Ребятки, вы подарки приготовили? Я. А кто еще приготовил подарки? Давайте несите скорее подарки. И давайте будем... Варь! Нет, ты вниз опускайся. Вниз, а то трон совсем развалится. Будет некрасиво. Садиться, да. Первый. Ну давай. Только громко говорит. Поздравляю с днем рождения. Поздравляю с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты всегда была хорошая, невредная девочка. Ой, здорово. Чтобы она стала хорошей, невредной, поцелуй ее в щечку, ладно? А мы похлопаем. Ой, смотри. Минус. Как... Это минус. Правда? Иди сюда. Когда даришь подарок, нужно обязательно пожелание говорить. Что ты желаешь, Варя, чтобы она какая была? Чтобы какой она была? Ну-ка расскажи. Красивой, да? Да. Да, ну целуй скорее в щечку, чтобы она была красивой. Ура!
смотри, Егорка пришел в классе с подарком. Рассказывай, что ты желаешь, Варя? Я хочу, чтобы ты была красивая, не девочка, чтобы ты слушала еще маму, и чтобы я была все красивой. Здорово, целую, щечку, ура! А еще у тебя есть самый маленький гость. Вот я за него. Самый маленький гость. Ура! Желаем тебе здоровья. Расти всегда такой красивой, веселой девочкой. Хорошо? Ничего себе, ура! Ребят, здорово! Давайте все вместе с Варей на ее троне сфотографируемся. Давайте садитесь на сосиски. Разочек. Ура! С днем рождения, Варя! Да? Ну что, а теперь все побежали кушать вкусный сладкий тортик? Побежали помогать. А взрослые мне будут помогать? Да. Ну все, 3, 4. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Варюша! С днем рождения тебя! Смотри, целая циферка 5. Смотри, какая она красивая. Такая ровненькая. Такая красивая. И значит, нужно загадать желание красивое. Только одно, ладно? Наверное, хочу, скажи, большую пожарную машину. Нет. А, наверное, робота. Нет. А что же ты хочешь тогда? Я желаю, чтобы я, когда выросла, я стала, чтобы я себе купила красивую собачку робота. Молодец! Ну здорово! Еще с бантиком. Еще и с бантиком. Ну, будем ждать, когда ты вырастешь, ладно? Ну, тогда набирай побольше щечек, ты воздуха в щечке, как у белочки настоящего. О, точно, белочка. И давай мы громко посчитаем до 5. Когда мы скажем 5, будешь свечку задувать. Договорились? Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Задувай, задувай, задувай. Ой. Егор, ты чего, не выдержал, что ли? Ладно, это была репетиция, потому что когда задувает свечку другой, это не считается. Ой, задувай, Варюша. В лабиринте побегать, поиграть и домой собираться. Только не забудьте подарки, которые я вам сегодня подарила, ладно? А самое главное, не забывайте всегда улыбаться и весело смеяться. Договорились? Никогда не огорчаться. Хорошо? Договорились? Ну а сейчас мы будем с вами прощаться. Давайте ручку вверх поднимем, помашем и крикнем «Пока, свинка Пеппа!» «Пока, ребятишки, девчонки и мальчишки! Пока-пока!» Ну что, вам понравилось день рождения? Да. Очень? Да. Что вам больше всего понравилось? Мне понравился торт. А всякие представления, фокусы, там, развлечения мне понравилось? Фокусы понравились. А здорово. Фокусы. Тоже фокус? Мне понравилось, когда мы кидали морковками и ягодами. Да, понравилось, когда морковками и ягодами кидались. Здорово. Ну что, всем говорим пока-пока. Алиса. Да, а какие комментарии нужно оставлять? Лайки и комментарии. И Алиса вас что? Любит и дарит? Дарит вот такое сердечко.